Обеспечить доступ субъектов малого и среднего бизнеса к кредитным и другим финансовым ресурсам помогает гарантийный фонд развития предпринимательства Камчатского края. Иногда случаются ситуации, когда предприниматель подготовил все документы, разработал бизнес-план, но для реализации задуманного ему не хватает собственных средств. Нужно брать кредит, а это далеко не маленькие суммы. Понятно, что не все банки вот так просто дадут крупную сумму. Необходим поручитель. Вот тут на помощь приходит гарантийный фонд развития предпринимательства. Гарантийный фонд развития предпринимательства Камчатского края оказывает финансовую поддержку малому и среднему бизнесу в форме поручительств по кредитным договорам, договорам займа и банковской гарантии. Основная наша задача – это не только расширить возможности для бизнеса при получении финансирования, но и стимулировать финансовые учреждения для кредитования данного сектора экономики. Предоставление поручительства заключается в том, что гарантийный фонд поручается за предпринимателя в размере 50% от суммы кредита, который не должен превышать 25 миллионов рублей. Схема поручительства составлена так, чтобы ни в коей мере не усложнить порядок получения кредитных средств предпринимателям. Предприниматель обращается в финансовую организацию, и если возникает ситуация, когда недостаточно обеспечения, он совместно с финансовой организацией готовит наш адрес заявку с пакетом документов и направляется данная заявка в наш адрес. С момента поступления всего пакета документов в течение 3-5 дней принимается решение о предоставлении гарантии. И если предприниматель соответствует всем параметрам, установленным законом, то поручительство ему будет выдано. Таким образом, гарантийный фонд развития предпринимательства Камчатки помогает предпринимателям края воплощать в жизнь свои проекты.